Так, всех приветствую на канале Макар ТВ. No, God! No, God, please, no! No! Такая темка, друзья. Продолжается спасение щуки. No! No! Спасение, мы ее спасем и подарим ей новую жизнь в прекрасном, просторном водоеме. Водоем этот находится в 50 километрах от Минска. Это мой пруд, на котором я люблю порыбачить и, как вы, я думаю, здорово провести время. Пожалуйста, не уйди. Сука. Вот, щуку купить непросто. Ну, а в торговых центрах? В торговых центрах иногда появляется, можно ее найти очень интересно. И вот сейчас они прямо находятся здесь. Да, детка, такой пакет я сделал специально, чтобы они не заляпали. Давайте перейдем. Ой, ёпты. Вот так вот. Три вот таких вот. Ищу парика. Красавчик. Вот, теперь у них предстоит путь. Мы отъезжаем. Отличное время у нас. Фокус, фокус. Отлично, едем, 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 друзья. Чем быстрее мы идем, тем будет лучше. Уу! Okay, let's ride. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. Так, уважаемые друзья, мы приехали. Мы находимся на месте. Всем привет. Щука доехала нормально. Я их уже смотрел. И вот озеро. Ну, плохо видно, конечно, вон беседочка. Но она немножко замерзла, поэтому мы будем искать способ, как их запустить под лед. Между нами тает лед. А вот оно. Озерцо, и смотрите, что я уже прорубил лунку. Отлично. Такой лед. Так, съемки продолжаются. Отлично, теперь у них есть путь. Как им доплыть до дома? Вот были ли у них мысли, плавая в этом большом аквариуме в торговом центре, что сегодня вечером они уже будут на свободе? I don't know. Свобода! Ох, да, какие вы мои хорошие. Джанго освобожденный. Ну, может, мы еще с вами встретимся. Ох, хорошая водичка. Ну что, первый? Первый у нас будешь ты. Ну что, плыви. Все, она поплыла. Так, ты свободна, плыви. Ну что, ух ты, он уже плывет. Смотрите, он плывет. Все, отпускаем. Охоться, ешь, лови. Всякую. Ой, ох, ох ты. Свобода!
кому было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пока!